Друзья, всем привет! На связи Андрей Гид. Я, как всегда, всех рад видеть на своем YouTube-канале. Этот ролик будет про холдинг X100. В первой части видео я расскажу, какие на данный момент есть бренды в холдинге, какие бренды присоединились недавно и какие сейчас есть направления в компании. Во второй части видео я расскажу про опционы холдинга, расскажу конкретно про каждый опцион, в чем различие между ними, и вы, посмотрев эту информацию, уже для себя конкретно решите, куда вам лучше проинвестировать и какую сумму. И в третьем части видео я расскажу, как приобрести опцион, как проинвестировать в компанию прямо с вашей банковской карты. Тайм-коды под этим видео будут для вашего удобства, обязательно пользуйтесь, чтобы экономить свое время. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео и давайте уже начинать. Так, начнем с брендов, которые на данный момент входят в холдинг X100 и какие есть основные направления. Первое, самое большое направление — это X100 Food. Сюда входят рестораны японской кухни Суши Мастер, Мир Суши, Галерея Суши и Суши Майбакс. Также к X100 Food относится на данный момент и Монопицца. Раньше это были отдельные рестораны, отдельные бренды. Например, на Суши Мастере, на кухнях Суши Мастера готовился бренд только Суши Мастер. В Мир Суши готовился только Мир Суши. Сейчас же для более эффективного бизнеса, для увеличения заказов, для увеличения ежедневных транзакций было принято решение сделать кухни, на которых готовятся разные бренды. Например, на кухнях Суши Мастера могут также готовиться бренды Мир Суши, Галерея Суши и Майбакс. То же самое на кухнях Майбакс будет готовиться Суши Мастер, Мир Суши и Галерея Суши. Это сделано, как я уже сказал, для удобства, для более плотного загруженности кухонь. И, соответственно, это увеличит количество ежедневных транзакций и увеличит прибыль. Как для компаний, так и для инвесторов. Это очень и очень круто. Мне это решение очень нравится. Следующее большое направление — это X100 Beauty. Сюда входят парикмахерские Chio Chio, сеть бьюти-коворкингов Индии, барбершопы Big Bro, барбершопы Площадка. Сегмент бьюти на данный момент также очень хорошо развивается. Постоянно, каждый месяц открываются новые парикмахерские, новые барбершопы. И если вы хотите стать владельцем, либо совладельцем своего личного барбершопа, вы можете проинвестировать в управленческую франшизу. Например, Chio Chio, Big Bro, либо Площадка. Также доступны и сеть коворкингов Инди. Следующее направление холдинга — это ритейл. Сюда входит хлебопекарня и магазин в одном лице Хлебополис, рыбный магазин Fish Market, и на данный момент сюда добавился новый бренд — магазины фиксированных цен Dafix. На той презентации бренда не было, так как презентация немного старовата, но вот здесь вот есть у меня фотография с последней встречи партнеров и инвесторов, также руководство холдинга. И вот здесь мы видим, в сегменте ритейл есть Хлебополис, Fish Market и Dafix. Магазин Dafix недавно открылся в Украине. Вот так вот выглядит фото с открытия. И вот здесь вот я еще сейчас включу маленький ролик. Вы можете посмотреть, как он выглядит. Это магазин фиксированных цен по типу фикс-прайса. Возможно, в вашем городе такой есть, и вы понимаете, о чем идет речь. Также в холдинге есть киберспортивные клубы «Легион», куда вы можете прийти всей семьей, с друзьями, отдохнуть, весело провести время и поиграть в компьютерные игры. Недавно также к холдингу присоединилось новое направление, это X100 Vending. Это бренд «Мама, ну купи». На данный момент в бренд «Мама, ну купи» входят вендинговые автоматы, в которых продаются трендовые игрушки для детей. Вот так вот выглядят автоматы. Сейчас я также включу вот здесь вот небольшой ролик, 15 секунд, вы можете посмотреть. И на данный момент в X100 также зарождается целое новое направление, X100 Vending, которая в последующем будет добавлять еще автомат с другой продукцией. С какой, я точно сказать вам не могу, но надеюсь, что этот сегмент будет очень большой и очень серьезно повлияет в положительную сторону на капитализации всего холдинга. Будет интересно посмотреть за развитием этого направления. Кстати, о бренде «Мама, ну купи» я недавно записал очень подробную интересную презентацию, ссылку оставлю вот здесь вот наверху. Кому интересно, обязательно переходите, посмотрите, думаю, вам будет полезно. Итак, с брендами разобрались, друзья, надеюсь, все понятно. Если у кого-то остались какие-то вопросы конкретно по какому-то бренду, можете задать в комментариях, я на него обязательно отвечу. Теперь давайте разберемся с опционами. На данный момент в холдинге есть три вида предложения инвестировать в опционы. Первый — это опцион X100, второй — это опцион X100 Суши, и третий — это опцион X100 Суши LE, то есть ограниченное предложение. Что такое вообще опционы? Это фиксирование цены на будущие акции компании на этапе масштабирования. Допустим, если вы на данный момент
покупаете опцион за $50, когда компания X100 выйдет на IPO, разместит свои акции на бирже, одна акция будет стоить $150. Но вы, купив опцион за $50, будете иметь полное право на одну акцию. То есть у вас получается выгода примерно в 3 раза. То есть проинвестировав сейчас, вы получите с большой прибылью акции, когда они разместятся на бирже. Вы как бы ранний инвестор, вы застолбите за собой цену. Кто интересуется инвестициями, знает, что такое опционы. Давайте теперь рассмотрим каждый опцион более подробно. Первый — это опцион X100. Это опцион всего холдинга. Вот на картинке, где я показывал бренды, здесь есть разные направления, например, food, beauty, retail. То когда вы инвестируете в опционы X100, вы покупаете опционы головной компании. То есть в нее входят все направления, все бренды, то есть вы становитесь совладельцем всего холдинга X100. Эти опционы, они невозвратные, то есть это для таких вот консервативных инвесторов, которые проинвестировали сумму и ждут IPO, ждут, когда компания пройдет аудит, когда она разместит свои акции на брокере, на бирже, и тогда вы уже получите акции на свое имя. Никаких дивидендов до выхода на IPO вы получать не будете, никакого дохода. Это для консервативных инвесторов с большим капиталом, которые готовы ждать, которые никуда не торопятся. Надеюсь, с этим понятно. Второй вид опционов – это доходный опцион суши. Это опционы конкретно направления food. То есть, инвестируя, то есть приобретая опционы X100 суши, вы становитесь как бы совладельцем ресторанов Суши Мастера, Майбокс, Монопиццы, Мир Суши, Галерея Суши и всех последующих брендов, которые будут присоединяться к X100 Food. То есть, как я уже сказал, сейчас это не просто рестораны, а уже кухни, на которых будут готовиться разные бренды. Эти опционы, они доходные, вы будете получать по ним возврат в размере 15% годовых. И в будущем вы также после IPO получите акции дочерней компании X100 Food. То есть у вас есть сейчас возможность проинвестировать в доходный опцион суши и получить будущие акции практически бесплатно. То есть пока компания проходит аудит, выходит на IPO, вы уже практически отобьете всю инвестированную сумму. На данный момент это очень выгодное предложение для мелких и средних инвесторов. Третий вид опционов — это опцион X100 Суши LE. Это те же самые опционы дочерней компании Food, то есть направление суши, только они невозвратные, то есть вы не будете получать по ним 15% годовых, но зато приобретая их, вы получите скидку приблизительно от 20%. То есть вы за ту же сумму приобретете больше опционов, но они будут невозвратные. Опять же, эта инвестиция подходит для консервативных инвесторов, которые готовы ждать, пока компания пройдет аудит, залистится на биржу и пока вы получите свои акции на свое имя. Допустим, если сравнить доходные и недоходные опционы суши, например, если вы сейчас будете покупать там от $100, то для вас опцион будет стоить 1920, здесь же он будет в лоте LE, он будет стоить 1600. Думаю, разница понятна, да, эти опционы, они просто выгоднее. Это очень информативный дашборд, кстати, недавно холдинг его запустил, где мы можем отслеживать, шкала вот такая вот есть, где мы можем отслеживать, сколько нужно собрать инвестиций для следующего повышения цен. Итак, теперь давайте разберемся, какой опцион лучше конкретно вам купить и как проинвестировать, как стать инвестором холдинга. Я рекомендую, если вы новичок, если вы еще в холдинг не проинвестировали, рекомендую начать с доходных опционов суши. То есть это с тех опционов, которые будут вам возвращаться в размере 15% годовых. По ним вы получите будущие акции дочерней компании X100 Food. Если у вас уже есть опционы суши, я рекомендую докупать опционы X100. То есть это вот эти опционы всего холдинга. Вы будете совладельцем владеть акциями головной компании холдинга X100. Если у вас есть уже и X100 суши, и X100 всего холдинга, вы уже можете докупать X100 Суши LE. Но я рекомендую новичкам, я думаю, что это видео, скорее всего, будут смотреть именно новички, которые еще не инвестировали в холдинг, рекомендую начать с X100 Суши доходного. Сейчас я расскажу, как их купить. Итак, для того, чтобы проинвестировать в доходные опционы суши, сначала нужно зарегистрироваться на платформе. Ссылка на регистрацию будет под этим видео. Переходите, регистрируйтесь. Процедура регистрации стандартная. Вводите все свои реальные данные, почту, телефон. Все подтверждаете и заходите вот в такой вот личный кабинет. Далее вам нужно будет пройти верификацию. Вот здесь вот наверху у вас будет кнопка «Верификация». Заходите, вводите все свои реальные данные, загружаете документы
ждете, пока верификация вам одобрят, и после верификации можно пополнить кошелек и проинвестировать. Для этого мы заходим, вот здесь вот слева в меню есть вкладка «Кошельки», мы щелкаем на вкладку «Кошельки». Далее у нас здесь будет три кошелька, это основной кошелек, стартовый и доходный. Нам нужно выбрать стартовый кошелек и нажать на кнопку пополнения. Далее выбираете платежную систему BRIS, она будет в списке самая первая. Нажимаете здесь галочки, что мы согласны со всеми условиями. Вводите сумму, например, 10 тысяч рублей. Это минимальная сумма, которую я рекомендую инвестировать в холдинг. Ну, меньше просто нет смысла. И нажимаете на клавишу «Оплатить». Далее процедура стандартная. Вводите номер своей карты, дату, целевой код, имя держателя и жмем на красную кнопку «Оплатить». После того, как пополнили стартовый кошелек, мы заходим в кабинет. Слева выбираем витрину лотов. И вот здесь вот наверху у нас будут такие подразделы, где мы видим каждое инвестиционное направление холдинга. Здесь мы выбираем доходный опцион, это будет именно тот доходный опцион X100 суши. И здесь нужно познакомиться, какие цены и какие условия для инвестирования. Допустим, если у вас маленькая сумма, например, сумма, как я уже сказал, 10 тысяч рублей, которую мы пополнили, то вам доступны опционы по цене 1920 за один опцион. Если у вас сумма инвестирования от 20 тысяч рублей, то вам доступны опционы от 1600. Если у вас от 80 тысяч рублей, то за один опцион 1520 и так далее. То есть чем больше сумма инвестирования у вас, тем дешевле для вас выйдет опцион. Познакомиться с ценами можно до того, как вы будете пополнять кошелек и уже подрасчитать ту сумму, которую вам закидывать на стартовый кошелек. После того, как мы выбрали опционы, которые нас интересуют, выбрали лот, мы щелкаем на него. Допустим, я сегодня выберу доходные опционы X100 суши за 1600 рублей. Здесь мы можем почитать условия по инвестиционному соглашению. Жмем кнопку «Купить». Далее мы выбираем стартовый кошелек. Именно его мы пополняли. Вводим сумму сделки. Обратите свое внимание, что нельзя купить какую-то долю одного опциона. То есть сумма сделки должна быть кратна цене одного опциона. То есть как ее рассчитать, то есть сколько опционов вы можете купить. Просто берете сумму на своем стартовом кошельке, делите на сумму, на цену одного опциона, и получится сумма, то есть то количество опционов, которое вы можете купить. Нажимаете на галочку «Я ознакомился», далее вводите свой финансовый пароль и жмем на кнопку «Оплатить». Транзакция в среднем обрабатывается пару минут, после этого слева в меню мы переходим во вкладку «Мои сделки». Здесь вы можете посмотреть свою инвестицию, также здесь можете отслеживать полученный доход, какое количество у вас опционов и по какой цене вы купили. Ну что, друзья, на этом у меня все. Надеюсь, сегодня все было понятно, какие бренды входят на данный момент в холдинг, какие есть основные направления. В чем разница между опционами, вы определились, какой опцион лучше купить именно вам, и также вы поняли ту последовательность действий, как купить опцион, как пополнить свой кабинет на платформе X100. Если кому-то вдруг что-то непонятно, обязательно пишите ваши вопросы в комментариях, я на них обязательно отвечу. Также вы можете подписаться на мои социальные сети, добавиться в Telegram-чат, подписаться на Telegram-канал и задать вопросы именно в Telegram-чате. Я с удовольствием на них отвечу. Ссылка для регистрации на платформе X100 будет под этим видео. Переходите, регистрируйтесь и инвестируйте. На этом у меня все, друзья. Буду заканчивать. Все контакты в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующем видео. Всем профита, пока!